Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Сборы – это всегда очень тяжелая работа. Вот, все спортсмены, в принципе, это знают, поэтому морально, в принципе, готовились к этому. Вот, так что провели хорошие сборы. Я считаю, что команда подготовилась хорошо. Каждая команда будет решать свои задачи. Чем будет ближе конец чемпионата, тем будет выше ответственность, выше уже где-то будет накапливаться усталость, естественно. Поэтому нужно максимально пройти этот отрезок без потерь очков, набирать в каждом матче желательно по 3 очка, чтобы себя спокойно чувствовать уже ближе к концу чемпионата. Вот, я думаю, болельщики нам в этом помогут, особенно в наших домашних играх. Безусловно, как и всегда, я думаю, что публика будет нас очень горячо поддерживать. Мы видели данные, что там порядка 10 тысяч уже абонементов раскуплено, поэтому мы надеемся, будет еще больше. Вот, поэтому спасибо большое болельщикам за поддержку. Вот, мы будем отдаваться на все 100%, чтобы оправдать их ожидания. Было много интересной работы, было непросто, но очень круто. Интересные соперники, спарринги получились, я считаю, достаточно хорошие. Мы смогли наработать те принципы, которые требовал от нас тренер. И я считаю, уже вся команда заждалась начала сезона, официальных матчей. Уже все хотят поскорее войти в сезон, войти в игровой ритм. И я считаю, болельщики тоже уже заждались этого. И мы все ждем их на стадионе 3 марта, матч с Химками. Мы все, что планировали, мы выполнили. Мы очень довольны. Был проделан огромный объем работы. Все соскучились по началу чемпионата. С положительными мыслями возвращаемся домой. Очень рады будем увидеть наших болельщиков на стадионе. На мой взгляд, команда в хорошем состоянии подходит к началу чемпионата. Мы очень рады, что такое большое количество абонементов продано. И это лишний раз подтверждает то, что болельщики очень любят команду и всегда ее очень неистово поддерживают. Мы постараемся со своей стороны радовать болельщиков яркой, зрелищной игрой.